Я давно не делала каких-то новых вариаций куриного паштета. Я вообще считаю, что куриный паштет обязательно нужно иметь парочку рецептов в арсенале, чтобы действительно это и полезно, и вкусно, очень удобно. Приготовил, например, в субботу с утра, у тебя потом и в понедельник что-то вкусное есть на ужин, и с собой можно баночку взять. Я вообще, и потом это может быть не только из куриной печени сделано, из печени индейки, из печени утиной, а здесь у меня перепелиная печень и куриная вместе. И у меня к тебе такое предложение, новый рецепт, это будет запеченный паштет. И мне кажется, что в нем несколько вообще таких настоящих вот прямо шедевральных фишек. Первое. Это яблоко. Да, если у тебя мощный блендер, а у меня мощный блендер, то яблоко можно не очищать от кожуры. Ты добавляешь его прямо вот так вот в кожуре, просто порезала, ну, такими кубиками, ломтиками, неважно. Порезали яблоко, отправили его в блендер. Так, теперь то же самое делаем с луковицей. Точно так же. Белая луковица. И ее вот так только хвостики срезаем. Они невкусные, неинтересные. А вот все остальное кубиком. Вот так. Если мощного блендера нет, сочувствую, конечно. Очень жалко, потому что с блендером легче жить на кухне. С условием того, что ты много готовишь. Как бы готовить для тебя это и радость, и праздник, и ты как бы много времени проводишь на кухне, блендер хорошо бы иметь, он облегчает жизнь, реально. Если блендера нет, яблоко и лук измельчила и отправила со сливочным маслом на сковороду. Все потушила. Ну, как ты понимаешь, мне необходимости этого делать нет. Ну, класс же, правда? Да. Теперь добавляем сюда сливочное масло. Очень важно, какое сливочное масло ты используешь. 82,5% жирности – это идеальная жирность. Только это самая правильная жирность для сливочного масла. Посмотри, оно должно быть комнатной температуры, оно не течет. Оно прекрасно держит структуру, потому что приготовлено из свежайших сливок. И более того, это масло признано маркой номер один в России по итогам 2018 года. Поэтому тут уж, понимаешь… Понятное дело, что не только я считаю, что это правильно использовать в рецептах, в выпечке, на бутербродах, в моей домашней кухне это масло. Добавляю сюда 180 граммов этого масла, оставляю небольшой кусочек, чтобы можно было смазать формочки. Добавила масло. Аккуратно начинаю все вмешивать. Все превращается очень быстро в однородную массу. И начинаю сюда потихоньку добавлять куриную печень сначала. И печень перепелиную. И еще немного куриной печени. Дальше добавляю сюда 2 яйца. Смазываю сливочным маслом формочки. Все. В принципе, работа наша закончилась. Дальше мы берем с собой противень. Так, готовим теперь. Аккуратно распределяю по формочкам, лучше половником, где-то на 2/3 взбитую заготовку для паштета, я бы сказала. Обязательно, когда наполнила, вот так вот постучи, чтобы не осталось пузырьков воздуха.
на где-то 500 граммов печени, 500-600, 180 граммов, ну, с тем, конечно, что мы смазали, считай, пачка сливочного масла, 2 яйца, 1 яблоко, 1 луковица, соль, перец, 2 столовые ложки коньяка. Получится где-то у меня штук, наверное, 12 таких формочек из этого количества. То есть, соответственно, можешь уменьшать или увеличивать, как тебе нравится. Я фанат паштетов, поэтому стараюсь всегда их сделать как можно больше, чтобы потом на следующий день, через денек, можно было поесть. Так, ставим противень в духовку. Температура 170 градусов. Так. И заливаем кипятком противень, чтобы у нас получилась такая водяная баня. Паровая баня, так. До половины хотя бы, чтобы дошла вода. Горячая, она должна быть уже горячая. Так, закрываем. А режим желательно горячий воздух. Если нет возможности горячего воздуха, если у тебя не работает, ну, нет этой функции, то тогда, конечно, можно взять вверх-вниз, вот, но тогда температуру можно чуть-чуть уменьшить и оставить 160-165 градусов. Так, теперь переходим к приготовлению пасты. Я не знаю других таких девчонок, которые бы так любили пасту, как мы с тобой. И наша, я поэтому с тобой с удовольствием делюсь своими всякими открытиями по поводу рецептов. Наша страсть к макаронам, мне кажется, гораздо сильнее, чем страсть к шоколаду. Может быть, только страсть к кофе может сравниться со страстью к макаронам. Ну, скажи, я не права. Да, ты права, абсолютно. Вот, поэтому у меня сегодня к тебе такое предложение. Очень осенний рецепт. И зимний в том числе. Но иногда, хотя нет, летом все-таки жарковато, когда жарко. Если холодное лето, такое, как у нас вот было в прошлом году в Москве, то тоже подойдет отлично. Ореховый соус. Когда я говорю ореховый, я имею в виду и грецкие орехи, и вот немножечко орешков кедровых, которые дают, аж видишь, у меня дают невероятный аромат. Ну, естественно, пармезан, естественно, потому что мы готовим такой настоящий итальянский соус. Для начала взбиваем сухари. Это домашний хлеб, это прям та чиабатта, которую я пекла дома. Ну, взять любой хлеб. Хочешь белый батон, хочешь, естественно, ржаной не подойдет, просто убьет все остальные запахи и ароматы. А вот хлеб белый, который тебе нравится, идеально. Начинаем превращать его в сухари панировочные, добавляя сюда зубчик чеснока. Желательно использовать для этого мощный агрегат, как вот у меня кухонный комбайн. Эта насадка называется кухонный комбайн у моей кухонной машины. И вот я его и включаю. Измельчила в основном, да, еще пока мне не нужно, чтобы это сразу все превратилось в абсолютно такую гладкую, равномерную структуру. Начинаю добавлять орехи. Орехов много. 160 граммов грецких орехов. Ну, и мы будем с тобой варить большую кастрюлю макаронов. Начинаю. Посмотрим, проверим. Вот, ты видишь, как уже все у нас гораздо более однородно, гораздо лучше все получается. Да, высыпала оставшиеся орехи. И теперь добавляю сюда горсть кедровых орешков. Где-то грамм 20. И пармезан, который я не натираю в данном случае, а порезала кубиками, и позволю ему соединиться со всей остальной массой и превратиться в такое гладкое состояние. Погнали! Пока это не похоже на соус. Это похоже на панировочные сухари, на какую-то крошку. Вот теперь мы начинаем творить соус. Доливаем сюда 150 миллилитров молока. Столько же сливок.
несколько столовых ложек оливкового масла. Увеличиваем скорость. И можно сказать, соус готов. Почему я говорю «можно сказать»? Потому что не хватает немножко соли и перца. Хочешь, как я, добавь немножко пепперончино. Обожаю пасту с легкой остротой. Как говорит мне одна моя подруга, которая живет в городе Ореца, ее зовут Тереза, она работает, у нее ресторан, и она из Калабрии на самом деле. Ореца – это город в Тоскане, она из Калабрии. Когда я прихожу, она говорит, вот пришла моя родная душа, которая точно тоже из Калабрии. Это про меня говорит, потому что я в любую пасту прошу добавлять пепперончино. Оказывается, именно так в Калабрии и едят пасту. Чуть-чуть соли, потому что там есть пармезан, но все-таки соль нам нужна, иначе соус у нас не получится. Ну вот, соус у нас готов. Мы его будем делать немножко более жидким с помощью той воды, в которой будет вариться паста, пока пусть он настаивается. А мы тут берем, ну, понятное дело, кастрюля должна быть большая и глубокая, вода должна кипеть, и вода должна быть очень соленая, хорошо соленая. Я использую спагетти, потому что, ну, я не побоюсь о себе заявить, я гурман. Я люблю, а это паста для настоящих гурманов, потому что она приготовлена из пшеницы, самых лучших сортов, из твердых сортов пшеницы. Она изготавливается при помощи бронзовых матриц, поэтому поверхность у этих макаронов шероховатая, а это значит, что они как раз вот такой соус не просто впитают, они его поглотят, а потом это будет так вкусно, и мы получим настоящее гедонистическое удовольствие, поедая эти спагетти. Так, пока варятся у нас макароны, надо смотреть время. Я обычно, как ты знаешь, смотрю, сколько указано на пачке. Здесь написано 9 минут, чтобы было альденте. Но я буду варить, значит, 8, потому что я люблю... пока макароны горячие, они все равно доходят. Поэтому я, так как я в этом смысле очень привереда большая, я варю на минутку меньше, чем указано на упаковке. Все, спагетти варятся, соус настаивается. Нам вообще осталось с тобой сделать салат. Прежде чем будем готовить салат, посмотрим. Вау, посмотри, вот это наш паштет. И вот я тебе хочу сказать, он готов, он запечен. Посмотри, видишь, как он вырос. Он прекрасен, правда? Нежненький. С гренкой, с картошкой запеченной. Оставляем его пока в горячей воде, чтобы он остывал равномерно. А мы с тобой... готовим салат. Салат называется, ну, кто-то называет его салат здоровья, а кто-то называет ёршик, еще называют его метелка. Ну, в народе по-разному называют этот салат. Смысл один. Он богат клетчаткой. Этот салат такой, который, вот, кстати, особенно, когда ты ешь макароны, нужно обязательно в меню свое добавлять блюдо с клетчаткой, потому что клетчатка позволяет процессу усваиваемости пищи проходить дольше и не дает, понимаешь, все калории моментально сразу получить, чтобы сахар не скакал и так далее. Ну, это, в общем, к диетологам нужно обращаться, они поподробнее все распишут, но о пользе клетчатки, я думаю, мы с тобой знаем. Поэтому я беру свеклу сырую, яблоко, антоновка, морковь сырая. И буду их натирать. Вообще можно, конечно же, очень долго потратить время на то, чтобы натирать это на мелкой терке. Но я тебе честно скажу, ни одной терки я не знаю, которая бы сделала это так, как моя кухонная машина. Можно натереть шоколад, можно измельчить, вот как мы будем с тобой овощи измельчать, сыр, орехи. В общем, чего твоя душа пожелает. Но вот это вот моя, смотри, это любовь. Какая получается тонкая соломка. Итак, мы с тобой измельчили овощи, очень хочется есть, самое главное, у нас готовы макароны, поэтому срочно берем соус, макароны, а как ты знаешь, всегда сохраняем немножко воды, в которой варилась паста, выключаю, чтобы не переварить, так,
макароны сливаю, отбрасываю дуршлаг. Так, быстро-быстро. Тут промедление не терпит. Паста не терпит медленных хозяек, медлительных, я бы сказала, потому что очень просто упустить момент. Так, естественно, хорошую пасту никогда не промываем, ни в коем случае. Берем соус, который уже настоялся, большую ложку этого соуса. О, смотри, добавляю сюда масло оливковое еще немного и воду, в которой варилась паста. Так. Так. И теперь все вымешиваем быстро. Понимаешь, почему я на минуту не довариваю пасту? Потому что в горячей кастрюле с добавлением горячей воды паста продолжает доходить. И это важно учитывать, если ты любишь макароны альденте, если ты любишь так, чтобы они были мягкие. Но я тебе должна сказать, что мягкие макароны вреда фигуре наносят гораздо быстрее, больше, чем макароны, сваренные, так как едят их итальянцы, альденте. Ну вот, как запахли орехи. Прямо какая-то песня. Что-то есть в этом рецепте грузинского. Ты знаешь, вот сейчас запах орехов с чесноком, который до меня так явно доносится, он прямо как-то хочется добавить сюда хмели-сунели. Но мы не будем этого делать, потому что это сразу будет напоминать мне абсолютно о сациве. Вот. Ну смотри, вот, ты видишь, какая красота. И я очень редко себе это позволяю, очень редко я считаю, что к этому обязывает рецепт. Я не буду в эти макароны добавлять петрушку или вообще любую зелень, или базилик, или кинзу, или мяту, что бы то ни было. Я оставлю их вот такими светлыми. Так, можно, конечно, добавить еще на стол сыр натертый, если хочется. Ну, есть такие любители у меня, я знаю, у меня дома, когда я варю какие бы то ни было макароны, у меня никто не будет начинать есть, если не стоит натертая мисочка с натертым сыром. И неизвестно еще, чего больше употребляется, сыра или макаронов. Так, ну вот, паста наша готова. Сейчас быстро-быстро, паштет готов. Моментально нам осталось с тобой только заправить наш салат. Этот соус мне пригодится, его можно поставить в холодильник, а можно вообще заморозить порционно, и будет вообще очень здорово. Так, быстро. Для салата мне осталось единственное, что добавить сюда, это вот эти замечательные, уже вымытые, высушенные, звонкие листочки. Как раз у нас с тобой такая итальянская тема, но кроме того, чтобы посмотри, какие они. Это очень удобно и это чрезвычайно полезно, потому что эти листочки тоже обладают огромным количеством клетчатки и действительно дают невыразимый вот этот вкус летний, яркий, свежий. Оливковое масло. Я делаю прям заправку здесь, немножко соли. Яблоко нам дало сок, немножко перца, сок лимона. Можно взять уксус, если ты любишь, но мне вот сюда именно хочется лимонный сок. Так, и горчица. Горчицу я использую русскую, такую острую, не нежную, дижонскую. И для этого, я просто это как бы я тебя предупреждаю, для того, чтобы у меня здесь сладкая свекла, сладкая морковка, чудесные звонкие листья, меня вполне устраивает. Яблоко, конечно, дало, вот я же говорю, свой сок и все, понимаешь? Вот посмотри, какая красота. И все у нас, пока горячая паста, надо скорее налетать, съедать все. Сейчас выкладываю это все в тарелку. Скорее бегом к столу. Так. О. Так. Есть. Салат готов. Паста на столе. Паштет тоже готов. Ну, можно запечь каких-нибудь гренок. Можно, как я уже сказала, запечь картофеля. В общем, самое главное, к столу скорее суббота началась. А мне еще, я все в каких-то путешествиях. У меня впереди завтра, между прочим, спектакль в Калининграде. Поэтому вот сегодня нужно срочно туда лететь. Так что я в аэропорт. Но сначала поем макароны.
сцены супружеской жизни по пьесе Ингмара Бергмана, постановки Андрея Сергеевича Кончаловского с моим прекрасным любимым Сашей Домогаровым. Говорят, все билеты проданы. И проходит он по показу спектакля в рамках фестиваля «Балтийские сезоны».